А чуть позже в районной администрации состоялось торжественное собрание. По традиции свои награды получили лауреаты премии «Мастер года». А также за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие алмазной столицы отметили и тех, кто трудится на благо мирного. Каждый год за вклад в социально-экономическое развитие города и активную гражданскую позицию звание почетного гражданина города Мирного получает один житель алмазной столицы. В этом году обладателем высокого звания стал директор западных электрических сетей Игорь Забегин. Я хотел бы отметить, что это почетная награда не только мне как энергетику, а всему коллективу, что это командная заслуга. Ну, поэтому почетная такая награда, она обязывает к более тесному контакту с администрацией города, с депутатским корпусом. И, конечно, вся наша работа должна быть направлена на благо города.